Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями об одном интересном месте. Есть места, которые притягивают, влекут тебя к себе, даже когда ты читаешь о них. Именно таким местом оказалось для меня озеро Таватуй. Несколько сотен километров по асфальтовым, а также по пыльным гравийным дорогам. А вечером, когда до озера оставалось всего пара сотен метров, дорога попыталась испугать нас своими похожими на озера лужами. И вот мы на озере. Легкий ветерок и небольшая рябь на воде, а солнце уже присело на ветви деревьев. Небольшие острова своими каменистыми тропинками манят нас к себе. А где-то рядом с островком тихонько разговаривает утка. В общем, смотрите сами. Таватуй – прекрасная жемчужина Урала, окруженная горами и скалами. Красивым закатом.